Здравствуйте, я Ольга Михайловна Тахтуева, я хабаровчанка, и я хочу рассказать о том, что зафиналила тренинг с «Бычья мечта», и очень рада этому обстоятельству. С тренингами Павла Борисовича я познакомилась еще в 2011 году, когда в моей жизни был достаточно сложный период, и во многом благодаря этим тренингам я преодолела этот период. Я прошла «Нам хорошо вдвоем», «Сбычу мечт» вот сейчас, и «Муза для любимого». Кроме того, суперские самогипнозы, его серия самогипнозов просто потрясающая. И я также, самое запоминающееся событие в моей жизни, это участие в выездном тренинге «Устранение внутренних конфликтов на Алтае». Если у кого-то будет такая возможность поучаствовать, не раздумывая, участвуйте, ни на минуту не пожалеете об этом. «Сбыча мечт» – очень интересный тренинг, очень познавательный, много навыков новых для себя, много открытий. Вот за это время, которое я проходила тренинг, удовольствие много получила, радости от общения, от обратной связи. Постоянная поддержка тренинг-центра – это очень важно. Прохождение. Ну, для меня, что конкретно, какие результаты? Самое интересное, самое для меня необычное даже, то, что я за время прохождения тренинга, у меня увеличился доход. То есть за 2 месяца у меня достаточно прилично вырос заработок в денежном отношении. Я научилась правильно прописывать желания. Это тоже очень важно, потому что я не ожидала, что на самом деле мы не умеем формулировать желания. По-хорошему, да, не умеем. Я поняла, какие ценности для меня действительно важны. И если им, именно им следовать, то идешь по правильному пути. Получается рост личностный, в том числе для меня это важно. Я открыла для себя понятие идентичности. Сейчас в тех ситуациях, в которых я раньше боялась начинать там что-то, сейчас для меня гораздо проще. Просто применяешь этот навык и идешь вперед, и все получается. Кроме того, что для меня интересно открытием было, я заглянула в собственное будущее больше, чем на 3 года. Я никогда не задумывалась об этом, а тут получается, что большинство людей, наверное, может быть, об этом не задумываются. А это важно на самом деле. Безусловно, тренинг окупил себя. Я думаю, что для меня, наверное, раз в 5 окупил. То есть каждое открытие, это 5, которые только, ну, как бы первые, что приходит на ум, что при первом подходе к анализу, он, тренинг явно стоит того, чтобы его пройти. Кто еще думает, не думайте, начинайте, потому что самый главный ресурс для нас в нашей жизни – это время. И чем быстрее вы начнете прописывать свои желания правильно, тем быстрее у вас начнут сбываться, это важно. Вот, благодарю Павла Борисовича за этот интересный тренинг, благодарю Наталью, которая проверяла мои домашние задания, благодарю Лану за поддержку, за позитив, который она мне подарила. Я думаю, что еще не раз буду финалить какие-то тренинги, и я очень рада, что у меня есть. Спасибо вам, вся команда Павла Борисовича Колесова.